Мне хотелось бы предоставить слово представителю Левого фронта, одному из старейших коммунистов нашего города, Иосифу Григорьевичу Абрамсону. Дорогие товарищи и дорогие наши женщины, в первую очередь. Женщины – это наследницы тех пролетарок, о которых только что говорил Кирилл Евгеньевич, которые начали свержение монархии в стране. Подумать только, 23 февраля по старому стилю они вышли на улицы нашего города, а 27-го, через 4 дня, отрекся от престола Николай II. Потому что женщины Петрограда подняли мужчин, рабочих Петрограда, подняли солдат в гарнизон. Это было потрясающий результат того кризиса, который был тогда. И вот сегодня мы должны сделать все, чтобы растерянная, а мы видим эту растерянность, растерянная власть нашей сегодняшней России ушла в историю. Для этого нам нужно беречь то единство, которая, наконец, складывается среди левых политических организаций нашего города, в особенности нашего города, и не только нашего города. Вот сегодняшний митинг – это реализация общего плана празднования столетия октября, Октябрьской революции. И этот общий план реализуется разными политическими, но левыми силами. Вот беречь наше единство, которое мы сегодня проявляем и этим митингом, это очень важно для нас. Давайте и до конца, до 7 ноября и далее идти вместе, имея в виду, что цели у нас общие, а различия – это для семинаров и научных конференций. Да здравствует октябрь, новый октябрь! За новый октябрь, товарищи!